вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат. Вчера пришло боевое распоряжение. A combat order came yesterday, which clearly stated that if we leave our positions in Bakhmut, it'll be regarded as treason against the motherland. That was the message to us. Это к нам обращение. But if there's no ammunition, then we will leave our positions and we'll be the ones asking who is really betraying the motherland. Apparently, the one who signed the order to supply too little ammunition. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка ***ный мудак. Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано, первое, важное, это в случае ухода с позиций будет признано как измена Родины. Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос все-таки, кто Родине изменяет. Видимо, тот, кто подписывал. Нам было обещано 7 числа, что нам их дадут. 8 числа в 2 часа ночи, 2 часа утра поступило боевое распоряжение, в котором написано дать все. Сегодня 9, 8 было совещание, на котором дали 10% от запрашиваемого. Нас просто в наглую обманули. Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся. И по поводу того, что солдаты из окопов бегут в российской армии. Это проблема не солдат. Это проблема тех, кто ими управляет и кто ставит задачи. И рыба гниет с головы. И поэтому, если задача ставится через жопы, то солдат, он уходит из окопов, потому что бесполезно погибать не нужно. Солдат может погибнуть. И, к сожалению, так часто бывает. Но солдат не должен погибать из-за абсолютной глупости его руководства. А эту глупость руководства генералы на местах и полковники обязаны выполнять, потому что команды, которые им с ним сверху даются, они просто абсолютно преступны.